Здравствуйте, дорогие зрители. И это Леонард 055, и сегодня мы будем продолжать Лего Звездные войны 2, оригинальная трилогия, бла-бла-бла. Давайте загружать игру. И где наша была игла 4, если не ошибаюсь. А, так. И извините, что очень долго не устроил эпизода, просто у меня лаз был очень медленный тренд. Хорошо. У меня очень медленный тренд 2. Я пытался сделать качество видео лучше, но у меня особо не получилось. Пытался записать отдельно и микрофон, и качество, и отдельно и комментарии, и звуки игры. А то, как сейчас, мне придется на компьютере играть громкость, и аудио отстает, и видео приходится начинать, так что бла-бла-бла, очень долго, так что давайте бустим интернет, продолжаем. Сюжет. Эпизод 4. Новая надежда. Глава 2. Пустыня Джандрианда. Дарт Вейдер напрасно ищет чертежи звезды смерти. На корабле принцессы Леи дроид L2D2 бежал с ними на планету Татуин. Но R2D2 и его товарищи C3PO похитили Джавы, существа, которые собирают металлом и толкует им. Юный Люк Скайуокер, еще не ведущий о своем пшетом, где большие проблемы, но на своем предназначении ищет дроидов, которые помогли бы ему на фильме «Дяди». Он приближается к песчаному танку, не зная, что ему уже не суждено вернуться к обежной жизни. И заставка. Надеюсь, ничего не цюлюкнет. Солнце вроде так, как будто кто-то сделал пейнт. О, самый схем. Задний фон повторяется. Ну, сейчас этому эффекту. Окей, теперь аудио. И ходит из-под контроля. Прекрасно. Прекрасно. То, что нам и нужно. То, что нам и нужно, дамы и господа. Ой, и Оби-Ван Кеноби идет себе стану. И вот этот психом подумал про себя. Я забыл, кто парня зовут. Не, он мертв. О, посмотрите. А, мертв. Оби-Ван Кеноби выглядит очень удивленным. Ну ладно, давайте-ка играть. Если отключу от зарядки, то он будет, мне кажется, легче. Вот так прекрасно. Я пытаюсь проскочить через этот уровень как можно быстрее, поскольку он длинный. И, в общем, так, я не хочу делать эпизод через все длинными. Я решил, что у меня один эпизод будет каждый... Что один эпизод, у меня будет один уровень. Так что давайте-ка быстренько это сделаем и переключимся на Оби-Ван Кеноби, если я смогу, так-ка. И можно отложить мечи. Хоп. Хоп-хоп. А, в ее попали. Если правильно считать, то можно отразить удары. И это ломаем. Так, прыгаем. После довольно-таки длинного не хочу пропустить через него пройти. Я буду баловать свой... Я зачем собирал? Я буду баловать со своей желанием собрать все монетки на этом уровне. Хотя, я каждый раз хочу это сделать так, это бесполезно, и все эти. Вы помните. Спасибо. Там набол. А, кажется, они вообще-то не должны прыгать. Да, это кажется из-за четверка, вот, хотя я не знаю. Кстати, я очень долго не мог пройти тунь, когда в первый раз играл в эту игру, поскольку я не заметил, что вот эту штуку здесь можно катать силой. Вот так. Поэтому я очень долго его не проходил, я проходил его. Забавно, да? Я это не заметил. И мне просто казалось, что невозможно тут пройти. Ауч. Я вас ненавижу. Так, давайте просто будем продолжать. И там, видимо, ничего нету, но теперь тут что-то есть. Да, странно.
на нас обойдет, я надеюсь, нас не попадут, хотя лучше бы их надо было. О, нас попали, удивительно. И мимо, и ауч. Это вроде меня бугло с ребенки Бобби. Что-то такое странное было. Так, тут нам может понадобиться Иннотин, поскольку у него есть бластол. Ауч. Так, теперь... И теперь переключусь на моего любимого персонажа Оби-Ван Кеноби. Ту-ту-ту. Забиваем. Теперь потолопимся, поскольку это может надоесть. Оби-Ван Кеноби. Давай, я в тебя верю. Молодец. О, проклятие. Кто это может быть? Так, извините. Сейчас продолжим, господа. Секунду, подождите, пожалуйста. Извините за это, но... Да. Кто-то позвонил. Продолжаем. Может собрать монетки, у нас это не волнует, поскольку мы все равно ничего не покупаем, так что идем. Мне так хочется за эту штуку полностью собрать, но я сейчас не могу. Песня, которую здесь вверху, да, это вроде... Мешков К. А, да, точно. Тут. Это бесполезно. Можно копать, кстати. Бинь. 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 А, нет, ты же все выкопал. Это было странно. А штука то, что если вы прервётесь, не до конца закончите, то если вы не замедлив продолжите выпасть силы, то тогда, блин, ну, вообще, да. Кстати, они никак вообще не вредят, их можно просто убить. Они просто убегают. Да, так что противников мы еще пока что... Не, вообще-то мы их встретили. Да, мы их встретили уже. Шавы. Их вообще можно, кстати, убить. Так, это... Теперь нам нужно будет переключиться на Энакина. Давай, Энакин. Бинь. Давай, третья платформа. Теперь Оби-Ван Кеноби. Давай, ты можешь убивать, ты этого поднимаешь, мы туда прыгаем, мы нажимаем на рычаг, и кто опять звонит? Извините, я... Так, извините за это, продолжаем. Можно, а нет, нельзя. Давай, ты можешь. Молодец. Игра не позволяет тебе одному нажать два рычага. Можно просто спрыгнуть, а вниз, а можно просто эти уничтожить. И я случайно это сделал, ну ладно. Вверх, поднимаемся. Хотя бы не будет какая-нибудь на спину. О, кстати, можем толкать тебя. Можем это собрать, но там мы не можем пока туда попасть, поскольку нужно ЦТПО, бла-бла-бла. Главное сломать эти, чтобы быстро угомонить менеджера 100 монеток. И пошлите дальше. Привет, Java. О, я помню этот бар. Я помню эту часть. Надо сломать эти. И это... И это. И это. Все, нам главное нужно только 5. Все остальные нам не нужны. Все остальные только до монеток. Видите, надо просто пользоваться силой, чтобы их открутить. Давай, давай. Нет, не это. Я знаю, что тянется, то бы он все-таки. Отлично. Теперь идем, а то теперь их лучше уже начать убивать, поскольку мы здесь получаем L2D2. И они будут открыты. И они будут его все время отключать, что очень надоедает. Вернись сюда. Я тебя еще должен убить. Давай, вернись сюда. Спасибо. Передал два. А ты мне мешаешь. Кучка деталей. Так, спасибо. Да, все энергия за место кучки металла могут, наверное, кучки деталей. Имеет смысл. Хотя ничего вообще не говорят. Они просто... И как-то так, я не знаю. Так, теперь нам надо нажать на этот рычаг. Так, можно, конечно, открыть все... Давайте откроем один набол. Вот, чтобы вам показать. Классно. И сюда. И мне кажется, даже только до середины уровня, так что нам еще долго. И тебя давай соберем. Вот так. И тебя забираем. Так, и теперь мы идем за L2D2. Просто опять нажимаем на этот рычаг и толкаем эту. Так, сюда. Всех остальных только монетки себе, напомню. Да.
и ZDF, и мы получаем L2D2. Кстати, его тоже можно толкать. Вот так. И он на некоторое время выходит из строя. Сейчас он нам нужен. О, кстати, мунт роботов. Это искать. Нет, так уже. О, их можно, кстати, отключать. Это да, может так отключать всех роботов. Да, вот так. А что ты делаешь? Неплохо. Тебя, по-моему, прикольно. Тут мунт роботов, О, господи, это такой идиотизм. Что я вообще делаю? Так, давайте-ка продолжать. Лифт. Все остальные тоже почему-то по нему поднимаются. И, кстати, это слегка глюкнуто, если вы там походите с охотниками на головами, эта часть, так что... Ну, этот пазл, так, давайте-ка его сделаем. Появляется этот лучок, появляется этот лучок. Всего лишь надо пройти по всем этим, да? Но в охотник за головами, если вы этого... Дайте кубин себе другую, поскольку это не на том концентрируется. В общем, когда вы играете это с бонус миссия, в бонус-миссиях с охотниками за головами, так мы вас убьем, поскольку вы нам будете мешать, и убран кидом никак не хочет нас убивать почему-то. Вау. Я действительно уже плохо в эту игру играю. Так лучше. Господи. Что они могут сеяться? Вау, это просто унизительно. Так, и тебя. Поскольку ты нам будешь мешать. Нет, вернись сюда! Я сказал, вернись сюда! А, да? А кстати, что мы сделаем? А, мы их... Прекрасно, это нам поможет. Окей. Это очень легкий пазл, просто толкаем. Ведь можем тех роботов тоже вытащить, но нам нужен пока что только C3PO. Клетка открывается, и мы пользуемся R2D2. Извините, если я плохо произношу R и произношу ее как L. Просто у меня плохо с произношением с детства. В R, так что извините. Пожалуйста. Ну ладно, давайте-ка продолжать. Все записывается, все идет. Нам нужен C3PO, это жутко медленно C3PO, я тебя не люблю за это, бла-бла-бла, давайте-ка делать. Так, теперь нам нужен... В общем, можем не обязательно даже силы здесь пользоваться, мы можем просто их разбить. По-моему, даже... Нет, не быстрее. Хотя быстрее. Да, намного быстрее. Какой-то еще бонус здесь есть. Вообще, мне интересно, что это. Давайте-ка посмотрим. Я уже не помню, что здесь. Мне просто интересно. Кажется, что-то было. Кажется, на... Тут робот. А... Просто лобот за монетки? Ну, ладно. Давайте-ка чуть поиграем Энкином. Хотя я знаю Блазера. Энкин тоже прикольный. Да, тут просто бунт лоботов. Мы можем их взорвать, кстати. Очень легко, кстати, на удивление. И спускаемся, и теперь мы идем в финальную стадию. По-моему, у этого уровня 3 стадии. В пустыне, в песчаном танке и опять в пустыне. Да. Мы можем вас убить? Ей, мы можем вас убить. Ей! И классно, продолжаем. Надоедливый пазл, и ты нам надоедаешь. Же пазл, как можно достать эту штуку? Сейчас. Ты нам мешаешь, уйди. И мы достали еще один набор. Прекрасно. По мне. О, кстати, я мог тоже подниматься, я не знал. Ну вот, прекрасно. Так, ты сначала понадобишься. Ты. Прекрасно. Так, ты нам пока не понадобится. Нам понадобится C3PO. Хотя это, конечно, не C3PO, да? Нет, C3PO нам нужен. Хорошо. Так, собираем влагу отсюда. Кстати, если мы это опустоим, то мы умрем. Давайте продемонстрируем это. На C3PO, поскольку он мне не нравится, как персонаж здесь. Не, не поверите, мне не планируется. Это было прикольно, просто им играть здесь не очень весело. Ему потеряет 1000. Упс, это уже случайно. Так, давайте-ка поменяемся на другого персонажа, пока что-нибудь еще не случилось. Так, ну а у нас C3PO. Идем через это. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, и давайте. Я готов тебе переключимся на Энакина.
во время, когда целая кучка персонажей вместе, ты можешь с легкостью переключиться на того, кого не хочешь. Кстати, их можно брать силой больше. Деньги тут что-то может наверх собраться или что-то там вроде. Да. О, еще песчаные охотники или песчаные пилоты, да. Песчаные пилоты, кажется, были. Если я правильно помню. Не, нам сюда надо. Обиан Кеноби уже стало не так хорошо силой пользоваться. О, господи. Если я правильно помню, нам нужно тут R2D2 или Boba Fett, чтобы туда забраться и достать этот. Можно попробовать просто так. И игра лагает опять. Хотя мне не так сильно, как в прошлый раз. Это было просто... просто грустно. Тоже грустно, я не видел. Простите. Ту-т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 у. И тебе... ей! Кулак в лицо. Прекрасно. Так, продолжаем наш путь. И очень медленно продолжаем. Супер-пизвук игра жутко лагает. Хотя не знаю, кажется, можно его получить, если мы просто прыгнем. Так. Игра для этого желательно должна перестать лагать, поскольку я не могу понять, что я делаю. Так. А, постойте-ка, нам может помочь... ДД-2 здесь, что ли? Нет, ДД-2 не поможет. Так. О, класс. Давай уже, Энакин, давай, прыгай. Ты можешь, ты можешь, давай. Тяжело, люди. Сейчас более-менее нормально, давай. Нет, шкана. Я вообще могу это сделать? Нет, походу, не могу. Да, жаль. Да, нам нужен, кажется, да, нам нужен все-таки А2, чтобы это спустить и такое. Жаль, извините за эти... Так, а что нам тут нужно? А, вспомнил. Меньше всего забыл на... Блин, на Кеноби. Извините, я просто... Ух! Крутой прием. Задний прыжок с кувалком, неплохо. Так, давайте-ка... Уберем, у нас, оказывается, пока чудеса акробатики. Неплохо в таком возрасте. Даже джедая бы, я бы сказал. Так, и сбрасываем тебя вниз, давай. А, нет, мы не упали, прекрасно. И она ломается очень медленно, поскольку игра лагает. Так, и мы падаем, прекрасно. И мы не застрянуты этой так, и мы теперь собираем, и теперь мы застрянуты кубиков, и это не видно никакого смысла. Отлично, мы сделаем мостики, мужжон, цвет и про. Нет, прекрасно, вот он. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Очень медленно идем, мы очень медленно идем. Так, и давайте-ка. Хорошая вещь, мы уже почти у конца уровня. Еще чуть-чуть и все. Вот там еще надо было, кажется, был, или там просто. Нет, не помню. Давайте сорвем эти цветочки, пусть отсюда. Мило. Ну, давайте-ка его все повыпаем, просто для прикола. Как звали, кстати, друиды из STX и ABX, я уже не помню. То есть, вас, кстати, вообще соответствует STX и ABX. Прикольный мультик, советую. Хотя он и старый, но он прикольный. Понял, Феникс, кажется, хотя не помню. Да. Неплохой там, сиял старый. Дальше мультик. Вы нам помешаете, так что извините. А, кстати, пещеру можно сбивать, там монетки в основном. Вот, и там нет никаких, как бы, наболов и такого. О, он упал, ей! А, и тут не должны быть маленькие. Так, извините, что там прерываюсь, у меня мало места на диске, и компьютер у меня только что заявил, так что давайте-ка побыстрее это закончим, поскольку... Да, у меня мало места на диске, так что давайте побыстрее. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, роботы не могут этим управлять, так что давайте-ка, нет, давай, уже быстрее, Оби-Ван Кеноби, я в тебя верю, может там еще собрать одного, если хотите, там, чуть поставим, потому что-то еще получить, бла-бла. Так, нам это нужно очень сейчас, давайте-ка, побыстрее, пожалуйста. Так, вас убьем. И тебя голову закружим, поскольку мы это... Вот так.
Так, прекрасно. Так, и давайте-ка побыстрее это сделаем. Надеюсь, качество... Надеюсь, с микрофоном ничего не случилось. И флэп США. Ауч. Прекрасно. Так, теперь это все, мы с этим разобрались. Давайте-ка побыстрее покажу, что у вас там с этой прием. Нет, давай уже, ты можешь. Что цепь может тут делать? Что это там носки? Убьем Кеноби и его плащ, что это можем там разбить, что-то получить. И эти все штуки только дедана выходят таким заговой, можно уничтожить, так что да. И... О, господи, ты... А, тут... О, господи, пожалуйста, игл, пожалуйста, компьютер. Не сдавайся, у тебя еще хватает места на жестком диске, еще несколько мегабайтов, ты сможешь! Ты сможешь, компьютер, я в тебя верю! Что получилось? Я не знаю. Я не знаю, люди, там еще одна лопата. Давайте-ка нажмем все на эти кнопки, а то все-таки волосы прекрасно. Люди, нажмите на эти кнопки быстрее, у меня мало диск. Места на жестком диске, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так. Ну как у Бен Кеноби сюда один заходит, если он нужен 4 человека, чтобы туда зайти, странно. Ну ладно. Это сейчас, нам это сейчас не волнует, так что давайте к вовсе это закончим. И... доставка. Так. Отлично, опять аудио. Причем, когда я каждый раз использую флэпс, аудио что-то случается в этой игре. Я этого не понимаю. И заставка там мазит, класс. Не серьезно, серьезно, если вы хотите посмотреть заставки, то пожалуйста, посмотрите эти еще на ютубе. Я, ну, у меня походу ужасное качество заставок. Флэпс этому не помогает. О, прекрасно, хотя нормальное качество теперь. А теперь звука вообще нету в заставке, класс. Просто класс. Пью. Ау, господи. А, ход он идет. А, потому он плывет к отрежем свободной иглы. Плюс один класс. Люк Скайуокер, Татуин. Прекрасно. Еще один персонаж, Бен Кеноби. Отлично. Хотя, ну, всех персонажей мы откроем бы такой пасек беловный. Ждай, прекрасно. Все, фишек. Давай, у нас время заканчивается уже, давай. Прекрасно, 80 тысяч, неплохо. И набол, песчаный танк, но мы его не закончили. Это все. Вы получите целую кучу денег, если вы закончите такое. Еееей, 499, прекрасно. Я еще поработаю, ладно. Не ожидать, так, Мосс, я, конечно же, не ожидайте то, что я буду делать эпизод с Колы, хотя, может быть, с Колы сделаю. Мне надо будет освободить место на жестком диске, и мне надо будет еще кое-что сделать. Попробовать с качеством поработать, ладно. Кто, что мы открыли, уже можно делать, да-да-да-да, ты нас не волнуешь. Давайте-ка посмотрим. Ну, может, персонажа открыть. Если чё... Кстати, там персонажа когда открыть, то что... Так, ты... О, кстати. Java и Тушкинский пилот. Тушкинский пилот сам назвали. Ну, ладно. Что-то еще есть новое? Не кажется. Да, ничего нету. Так что... А, до свидания, зайти. О, кстати. Пуджерская. Поэтому, ну ладно, до свидания, зайти, удачного дня и...